Огромный привет! С вами Лиза Трипскит и добро пожаловать на мои видео из Гонконга, в котором мы были в апреле этого года. Гонконг один из моих самых любимых городов. Несмотря на то, что я посетила больше 100 стран мира, Гонконг находится в топе моих самых любимых городов. И я считаю его безумно красивым и интересным. Конечно, мне немножечко предвзятое отношение к Гонконгу, ведь 10 лет назад я провела здесь 6 месяцев во время студенческого обмена. Я ходила здесь в университет посмотрела практически все в Гонконге, нашла новых друзей и просто прекрасно провела время. С тех пор Гонконг занимает особое место в моем сердце. Хосе, в свою очередь, никогда не был в этом городе, поэтому я хотела показать ему один из своих любимых городов и надеяться, что он ему понравится. И, спойлер-алерт, ему он действительно понравился. В этом же видео я хотела показать вам свой любимый Гонконг и рассказать а, о том, что стоит посетить с точки зрения человека, который провел здесь достаточное количество времени, чтобы понять, какие места стоят для посещения, а какие нет. Ну что, поехали! Проезд в поезде MTR из аэропорта Гонконга до станции Hong Kong Айленд стоит 115 гонконгских долларов. Курс на тот момент был ровно 10, то есть это 10 фунтов. И ехать на этом поезде до центра всего лишь полчаса. Наш первый отель JW Marriott находился около станции метро Admiralty, и из номера открывался вот такой красивый вид. Наша поездка была разбита на две части. Мы провели в Гонконге сначала два дня, потом провели 10 дней в Филиппинах, и потом приехали в Гонконг еще на четыре дня. Поэтому мы решили за эти два дня, поскольку это был отпуск, мы решили посмотреть как можно больше всего. И первым делом мы, конечно же, направились в ресторан поесть, потому что были очень голодные. Мы сейчас стоим в очереди в Тинь это ресторан с мешленской звездочкой, хотя он совсем не выглядит как ресторан с мешканской звездочкой. но в Гонконге много таких ресторанов, которые прям притворотнее, но на самом деле у них есть мешленские звездочки, как рестораны. Я была в этом ресторане один раз, очень голодный, и мы ели, получается, только завтракали в самолете из-за конца времени и ночного перелета. Еда в этот раз оказалась очень вкусная, даже намного вкуснее, чем я ее помнила в последний раз, когда ела здесь 10 лет назад. Самое вкусное это были вот такие вот барбекю банс. Если у вас есть возможность заказать что-то одно, я советую заказать несколько порций этих барбекю банс. Но димсамы тоже очень вкусные, особенно вот такие вот длинненькие. Правда, если идти не в самый пик, где нужно ждать, наверное часа-два в очереди, а в после пиковое время, то этот ресторан точно стоит посещения. Обязательно советую. Но найти его, правда, немножко сложновато. Цены там, кстати, очень демократичные. Даже не скажешь, что у него есть Мишленовская звездочка. Конечно, чуть дороже, чем обычный димсам из каких-нибудь лотков. Но а, совсем недорого. Мы заплатили за вот эту всю еду примерно 29 или даже 30 фунтов. Это очень бюджетно. Раз уж мы были в районе IFC Mall, а он находится как раз-таки на минус первом этаже IFC Mall, мы решили также зайти на... Террасу IFC Mall, которая находится на крыше торгового центра. Это место я помню еще со студенческих лет, мы много здесь проводили времени, отсюда открываются очень красивые виды. На Гонконг вход сюда абсолютно бесплатный, и сюда многие приходят даже на свидание. После посещения этой террасы мы пошли на паромчик Star Ferry, который обязан посетить каждый турист. Это не чисто туристический паром, вход сюда осуществляется по проездному билету, по Octopus Card. Поездка стоит, по-моему, 2,5 гонконгских доллара, это просто какие-то копейки. Это, по-моему, 30 центов или 25 пенсов. Это настоящее транспортное средство, и его используют также местные, чтобы приехать на другую часть Гонконга. Обычно, конечно же, все едут с района... Чим Цой в сторону Hong Kong Island, но мы поехали в другую сторону. В принципе, цена такая низкая, что можно хоть весь день ездить на этом паромчике. Но, конечно, на метро, если честно, ехать удобнее и быстрее. Но отсюда, конечно, открываются шикарные виды. Нам не очень повезло, потому что шел дождь, как вы можете увидеть поэтому виды не такие впечатляющие, но было очень-очень жарко и душно. Даже в конце, ну, это была середина апреля, в Гонконге очень душно. На самом деле советуют обычно приезжать. Самое лучшее время для посещения Гонконга, я могу сказать, что это октябрь, начало ноября и, наверное, март, возможно, начало апреля. А вот в конце апреля уже очень жарко и душно. Мы немножко походили по торговому центру Harbor City, который я, кстати, советую посещению, и потом на метро проехали на другую сторону, до района Mid Levels. Это такой хипстерский район, и он очень сильно изменился за последние 10 лет. Почему туда советуют ехать туристам? Потому что там находится самый длинный в мире эскалатор, и он меняет направление в зависимости от времени дня. То есть в вечернее время суток он едет из, собственно, центра города до высших районов, до mid-levels, а в утреннее время весь эскалатор идет в другую сторону, то есть все комьютят в Гонконг. В общем, так выглядит этот эскалатор, он абсолютно бесплатный, и вы можете просто вот так вот ехать и смотреть на Гонконг. Он достаточно длинный, но можно спускаться, то есть это не одна такая длинная полоска, то есть это такие участочки, можно в любой момент с него выйти, спуститься и походить по разным местам. Например, мы зашли купить себе bubble tea в месте под названием Silk. Это был очень вкусный bubble tea, и мы взяли его за эту поездку даже не один раз, а, по-моему, раза три, потому что каким-то образом мы всегда оказывались в этом районе. Но район действительно популярный, здесь очень много всего. Здесь также находится район пати район, не знаю, район вечеринок и ночной жизни под названием LKF или Лан где я в свое время проводила огромное количество времени. Так что, если вам интересна ночная жизнь, вам сюда. Ван Чай — это район, который находится в самом сердце Хонконг Айленд, и это не только бизнес-район, здесь также живут люди, поэтому здесь много всяких мест для бранча, всяких интересных хипстерских магазинчиков, кофешопов, кофеин. Они почему-то находятся все в этом районе, как ни странно. Но это не мой самый любимый район Гонконга, потому что у него, как мне кажется, нет какой-то индивидуальности. Мы зашли на завтрак в место под названием Baked, здесь был очень вкусный, кофе был очень вкусный, но цены, конечно, сильно-сильно кусались, цены даже выше лондонских, я бы сказала, нам это все обошлось вот во столько. Кстати, интересный факт, в Гонконге очень много британских супермаркетов, здесь вы можете найти магазины Marks and Spencer, и здесь и в других uh, супермаркетах можно встретить продукцию из uh, Waitrose, даже из Моррисонс, и я видела еще из Теско. И причем вот эти салатики из МНС, они каждый день летают на самолете в Гонконг. И из Британии. За последние 10 лет Ванчай превратился из такого немного спального района для богатых гонконцев, которые хотят жить в пешей доступности от банков, в которые они работают, в такой хипстерский район, где большое количество различных магазинчиков, ресторанов, кофеин Мы пришли сюда, чтобы зайти в магазин, который посоветовал мне мой коллега, называется Капок. В нем продавались различные сумки, аксессуары, одежда. Но я осталась немножко разочарованной, потому что я ожидала увидеть больше таких гонконгских и азиатских дизайнеров, но сумки на самом деле были больше от французских дизайнеров. Мы немножко погуляли по Ванчаю и поехали в другую часть Гонконга, в Коулун, куда мы приехали чуточку раньше, чем надо, поэтому решили погулять по парку Коулун. Раньше здесь были трущобы, Коулун World Сити, где была самая большая плотность населения в мире, но потом это все снесли и образовали здесь такой красивый парк. В 12.30 у нас был забронирован ланч в ресторане Ти Анг Корт, который находится в отеле Лангом. И этот ресторан имеет три звездочки Мишлена. И они по будням предлагают обеды. Обед стоит не так дорого. Он стоил 50 фунтов стерлингов на человека. В принципе, ну, там получилось сервисом. И это было празднование моего дня рождения. Это был такой праздничный обед. Но, если честно, мы как-то немножко не поняли и не оценили эту еду. Мало что было запоминающимся или даже вкусным, а некоторые блюда были совсем невкусные. Видимо, наша, наша вкусовая палитра не привыкла к таким изощренным блюдам. Не впечатлившись обедом, мы решили пойти на прогулку и а, сходить в еще одно место, которое обязательно к посещению для каждого туриста и, в принципе, человека, который едет в Гонконг. Это The Avenue of Stars. Okay. A bit missed, eh? Одна из основных достопримечательностей Гонконга — это The Avenue of Stars, или, улица-променад с знаменитостями, где можно посмотреть отпечатки пальцев различных гонконгских знаменитостей. Ну и вообще это очень как, красивая пешеходная улица с панорамными видами на весь город. Канконская аллея звезд немножко похожа на аллею звезд в Голливуде, только в Голливуде вы увидите вот такие вот плашки на, на земле, а вот здесь они именно в виде отпечатков пальцев. И здесь можно найти отпечатки пальца и Джеки Чана, и если вы знаете, вы, в принципе, осведомлены о многих гонконгских знаменитостей, вы найдете, скорее всего, их отпечатки здесь. Ну и, конечно же, сюда все ходят фотографироваться со знаменитой статуей, памятником Брюссели. Я уже вскользь упоминала британские магазины типа Marks and Spencer и Waitrose, чьи продукты можно найти в Гонконге, но если вам нужно что-то попафоснее, то к вашим услугам Fortnum and Mason. И выбор здесь также достаточно большой. Здесь можно найти почти все, что вы можете найти на первом этаже Fortnum and Mason в Лондоне. Гонконг – это город торговых центров. Это просто мировая столица шопинга по количеству шопинг моллов которые вы можете найти здесь на каждого человека. Они здесь, правда, повсюду, и каждый шопинг э, мол изощряется по-своему, как привлечь сюда покупателей. И, например, вот этот вот K-11, который находится рядом с Avenue of Stars, Здесь Устроил даже много торговых выставку. центров, которые еще строятся. Например, мы немножко погуляли по району Чимсачой и нашли вот такой вот подземный торговый центр, где все еще только открывается. Здесь, кстати, была кофейня, где вы просто самостоятельно себе делаете кофе, но стоил он примерно как кофе в Старбаксе. Затем мы посетили еще одну достопримечательность, это главный гонконгский рынок, Ladies Market. Здесь вы можете купить различные товары, чехлы для телефонов и много всяких поделок, но честно, это не особо интересное место. Следующим по плану у нас был самый высокий бар в мире бар Озон, который находится в отеле Ритс. А, Но, ну, к сожалению, погода испортилась. И несмотря на то, что туда мы попали, терраса с видами была закрыта, и мы просто посидели внутри и видом не насладились. Но я была там 10 лет назад, и вид шикарный. Поэтому если вам с погодой чуточку повезло побольше, то я советую туда сходить. Пришли на Temple Street uh, Night Market, который закрывается вроде как через час, но мы видим здесь еще много до сих пор всяких лотков, так что видимо еще не все закрылось. Но мы решили поесть не в одном из этих магазинчиков или лотков, которые стоят на Temple Стрит, а решили посетить один из ресторанчиков, который сложно назвать на самом деле рестораном, но который тоже находился в списке Мишлена, но без звездочки в этот раз. Это такой типичный гонконский нудл шоп, где нудл uh, стоят очень дешево. На двоих можно спокойно поесть за 10 фунтов, но очень все очень вкусно. Доброе утро! Мы приехали буквально за три остановки от нас в район Косвебей и решили позавтракать блинчиком. Блинчиком в именно, китайском стиле, в пекинском стиле. Это не, така, не, так, не такая частая вещь в Гонконге, их не так много, потому что они обычно не едят это на завтрак, это едят в Пекине. Но я очень люблю такие блинчики, поэтому мы тут купили один. Вместе под названием Кам. Вот так в целом выглядит это место. Опять же, это не ресторан, а такой лоток, где еда на вынос. Вот так выглядит блинчик, и я их очень люблю, и я часто их ем, не очень часто, но, допустим, раз в два месяца ем также в Лондоне. И в Лондоне мое любимое место для таких блинчиков называется Pleasant Lady, который находится на рынке Spitalfields. Мы решили немножко погулять по району Косвей Бэй. Я была в нем раньше много раз, но не была вот в таких вот местах, где на самом деле живут люди. Здесь можно интересно посмотреть, как в Гонконге устроены публичные, то есть общественные места, где можно поиграть, заняться каким-то спортом, и как вообще это все размещено и находится между небоскребами. Как видите, общественных мест вполне достаточно. Не знаю, хватает ли их всем людям или нет, но в Гонконге есть много парков, даже в самом центре города. Вообще район Косвей-Пэй не туристический. Сюда редко приезжают туристы, если только в торговые центры. Хотя, как вы уже могли понять, торговых центров в Гонконге очень много, поэтому не обязательно ездить сюда. Однако это такое место, куда в основном приезжают местные гонконцы за покупками. И, как мне кажется, это место с наибольшей концентрацией людей во всем городе. Наш самолет в Манилу отправлялся вечером, поэтому у нас было еще несколько часов, чтобы погулять по торговым центрам. В том числе мы нашли один торговый центр, который мне раньше тоже очень нравился, в котором очень много хипстерских магазинчиков. Он такой необычный, нестандартный торговый центр. Также в нем находится одно из моих самых любимых мест для обеда — это сеть Pepper Lunch. Они, он находится не только в Косвайбе, их много по Гонконгу. Это вообще японская сеть по всей Азии, но я эту сеть очень люблю и мне там очень нравится еда. Затем мы забежали в пекарню Доминика Ансела. Смотрите, какие необычные пирожные там можно купить. И вот такая интересная выпечка. Так что в Гонконге, правда, можно найти все. Мы попробовали вот такие пирожные, и они были действительно вкусные. И вот эта пекарня находилась просто в шаговой доступности от нашего отеля. Как водится в торговом центре. Затем мы полетели на Филиппины, где провели 11 замечательных дней. Видео с Филиппин будет чуточку попозже. Но в Гонконг мы вернулись уже в начале мая. И к счастью в мае погода была получше, как ни странно. Несмотря на то, что было жарче, было меньше дождей, и мы застали даже несколько солнечных дней. А когда солнечно, Гонконг особенно прекрасен. Мы решили продолжить свою туристическую программу и поехали на Виктория Пик. Хосе там никогда не был, и сначала мы решили посетить Виктория Пик Гарденс. Виктория Пик Гарденс находится чуть выше Виктория Пик, то есть туда нужно 10 минут пройти пешком, как только вы приедете на Виктория Пик. И это вот такой вот парк. Парк шикарный, там мало людей в будние дни, потому что все работают. Если вам нужен глоток свежего воздуха, и, не вы, и вы не хотите ездить на хайке далеко от центра города, то предлагаю ездить именно сюда, потому что парк действительно очень красивый, пустой, здесь свежий воздух, и открывается очень красивый вид на город, включая панораму 360 градусов. И, конечно же, вход сюда бесплатный, потому что это парк. Затем мы, конечно же, пошли также на обзорную площадку, на традиционный Виктория Пик то место, куда ходят все туристы, потому что виды оттуда открываются действительно волшебные. Как мне кажется, это один из самых лучших видов, которые вы можете найти в Гонконге. И добраться туда можно, в принципе, тремя способами. Первый способ это на такси, это самый дорогой способ, но также самый быстрый. Второй способ на автобусе, это будет дешево, но долго. И третий способ на фуникулере. Это достаточно быстро, но достаточно дорого, все-таки дешевле, чем такси, но смотри, сколько у вас. Если у вас несколько человек, то такси может быть дешевле. Но фуникулер ⁇ это достаточно известная гонконская достопримечательность, и все же я советую на нем прокатиться, если не вверх, то вниз. Мы проехались вниз, чтобы Хосе насладился этими видами, и это было классно. Единственное, что ну, мы, нам повезло на самом деле, потому что в Гонконге было мало туристов, но вообще раньше очередь на фуникулер могла составить час-полтора вполне, так что имейте это в виду. Если у вас очень ограниченный бюджет, и вы не планируете платить, платить примерно 8 или 9 долларов за вход на а, обзорную площадку, вы можете бесплатно посмотреть, насладиться видом, собственно, с этажа, с предпоследнего этажа перед площадкой. В принципе, вот эта часть закрыта, но отсюда все хорошо видно. Единственное, что фотографии не будут не очень хорошие, но с эскалатора также видно, открывается красивый вид. На фуникулере мы ехали именно обратно. Билет стоил, по-моему, 60 с чем-то гонконгских долларов или примерно 6 фунтов или там 7 долларов. И мы не ждали ни сколечки, но места нам достались не самые, они хорошие достались, но не самые лучшие, поэтому, чтобы зайти первым, нужно все таки отстоять в очередь и... или всех растолкать и побежать внутрь. Но вот такие вот виды открываются из трамвайчика. Затем мы пешком пошли до нашего отеля. В этот раз мы остановились 4 ночи в отеле Courtyard uh, Hong Kong, который наход... находился также на Hong Kong Island, но uh, на самой восточной его части, хотя, конечно, как посмотреть. И идти было от Виктория Пик примерно 50 минут, но по дороге мы решили зайти вот в такой храм Ман Мо, который знаменит благодаря своему вот такому солнечному свету, который очень красиво проникает в храм и Здесь очень много фотографов, которые сидят и ищут просто какой-то идеальный луч света. Кстати, из Гонконга мы работали по британскому времени, поэтому мы вылезли только вечером и зашли в ресторан Генки Суши. Кстати, если вам э, хочется попробовать вкусный суши, я рекомендую. И он, кстати, очень бюджетный. Следующим утром мы позавтракали вот таким вот супом с мясом в ресторанчике Yung Kee Noodle. Это еще одна забегаловка списка Мишлена. Там было тоже вкусно, так что рекомендую. И затем поехали на другую часть Hong Kong Island на хайк. Очень многие, думаю, знают, что Гонконг — это один из самых густонаселенных городов мира. Однако очень мало кто знает, как мне кажется, что на самом деле 40% всего Гонконга, все территории Гонконга занимают национальные парки и прочие защищенные территории. А в принципе 75% Гонконга это сельская местность, в которой на самом деле очень много зелени. Так что да, действительно в Гонконге самое большое количество небоскребов в мире, и много людей живут в таких очень, я бы сказала, плохих условиях, где они ютятся в каких-то малюсеньких коморках, но Гонконг также прекрасное место для хайкинга и прогулок по природе. И как раз-таки на такую прогулку по природе мы пошли с Хосе. Когда я здесь училась в университете, мы часто ходили с моими одногруппниками на подобные хайки. И один из хайков, это вот такой вот хайк под названием Dragon's Back Hike. Отсюда открываются очень красивые виды. В принципе, хайк можно закончить даже на пляже. Да, кстати, в Гонконге шикарные пляжи. Но до пляжа мы не смогли добраться, потому что нам нужно было обратно ехать и уже начинать работать. Но в целом, даже если не плавать, виды здесь открываются шикарные. Добраться до сюда э, достаточно легко. Можно доехать на метро и на автобусике, на маршрутке, маршрутка номер 9. А станцию метро сейчас напишу на экране. После хайка мы вернулись обратно в отель, где работали дистанционно, а потом вечером пошли быстренько поужинали и поели что-то более привычное для себя. Это, кстати, была пятница вечер, поэтому в субботу и воскресенье нам не нужно было уже работать, и и мы могли вздохнуть спокойно. В субботу мы позавтракали дим самами. Это, кстати, такой традиционный завтрак в Гонконге. Обязательно всем рекомендую. Мы нашли какое-то заведение совсем рядом с нашим отелем. И потом отправились пешком на прогулку опять до самого центра острова Гонконг. Это финансовый и торговый, в принципе, центр Города по дороге наслаждались вот такими видами. Я знаю, что, наверное, многие не любители таких видов, но, если честно, мне очень нравится. Я считаю, что в них есть свое очарование. В Гонконге, кстати, также, как вы можете заметить, ходят даблдекеры то есть двухэтажные автобусы. А нашим первым местом назначения был очень интересный необычный торговый центр под названием Central Market или в переводе с английского языка «Центральный рынок». И он действительно выглядит немножко как рынок, но очень такой люксовый рынок, потому что здесь большое количество вот таких вот красивых лотков, малых бизнесов, которые продают совсем уникальные товары. И мы здесь купили очень необычное мыло для рук в стиле Aesop, но гонконгского бренда. Затем мы поехали на другой остров, на остров Лантау, который я выделил на карте вот здесь. Для того, чтобы туда попасть, мы поехали на метро до станции Тонгчонг или Танг Чанг, не знаю, как правильно, если честно, это читается. Но отсюда, от этой станции метро, отходит знаменитая канатная дорога Нгонгпинг, которая идет до Большого Будды, который является также одной из основных достопримечательностей Гонконга. Мы купили туда билет, кстати, это была самая дорогая достопримечательность всего города, потому что билет стоит достаточно недешево. Мы отдали за билет 160 гонконгских долларов или 16 фунтов на человека в одну сторону, что недешево. Кстати, до Большого буты можно также доехать на автобусе, но вас может укачать, но это будет намного дешевле. Кстати, канатная дорога работает не всегда. Вас э, может разочаровать тот факт, что если сильно ветрено и, или не позволяют погодные условия, то канатная дорога, конечно, не работает. И в нашем случае мы попали вот в такие погодные условия. Несмотря на то, что в самом Гонконге было солнечно, в самом Гонконг-Айленде, то здесь был вот такой вот туман. Но мне даже это больше понравилось. Конечно, тоже большой Будда был в тумане, мы его видели именно таким, но раньше я его видела и в солнечном свете, и так мне даже понравилось чуточку побольше. Помимо большого Будда здесь можно найти несколько монастырей. И монастыри, правда, красивые. Гонконцы сюда приезжают, чтобы совершить молитву. Ну, а туристы просто ходят, бродят по территории. Кстати, на территории можно увидеть несколько вот таких вот коров или буков. Они очень симпатичные, дружелюбные и выглядят очень мило. Их нельзя трогать, но, конечно же, некоторые туристы все же их трогали, но вообще я так делать не советую. Наше следующее место назначения также находилось на острове Лантау, и от Большого Будды туда очень удобным образом ходил автобус. Правда, ходил он раз в час, так что нужно обязательно подгадать правильное время. Ехать до этого места всего лишь 15 минут на автобусе, и место это называется Тай Оу. Это на самом деле рыбацкая деревушка, и деревушка эта сохранилась практически в первозданном виде. Она законсервировалась так, что кажется, что вы попали просто в другой век. Ну, конечно, не в другой век, но вы вернулись на 50, может быть, 80 лет назад. Эту деревушку еще иногда называют Восточной Венецией, потому что здесь большое количество различных каналов, и у людей, которые здесь живут, в принципе, нет машин. Ну или, конечно же, может быть, они есть, но они припаркованы за пределами этой деревушки, потому что внутри деревни нет дорог, поэтому здесь все ездят только на велосипедах или ходят пешком. В основном ходят пешком, конечно же, подавляющее большинство. Это рыбацкая деревушка, как вы можете увидеть, здесь большое количество домов, которые построены <сослужит> прямо на воде. Но здесь также есть и торговая часть, конечно же, для туристов, потому что место очень туристическое. Кстати, туристов-иностранцев я видела достаточно мало. Это был, был в основном местный туризм. Сюда приезжают, чтобы поесть вкусных морепродуктов, поскольку здесь их очень много. Но здесь есть также очень уникальные вещи, которые мы не видели в других частях Гонконга. Например, вот такие вот майчи, которые похожи на японские мочи, но свеже сделаны, прям привяз их слепят, и внутрь положат свежие фрукты или орехи или кунжутную пасту. В общем, очень вкусно, я советую попробовать. Здесь несколько ресторанов со свежей рыбой, даже не несколько, прям очень много, но хватает и уличной еды. Например, вы, мы попробовали вот такой вот ähm, небольшой, очень необычный сэндвич какой-то с... Крабовой пастой. Кстати, деревушка Тайо существует уже 700 лет, может быть, даже больше. Почти у всех местных жителей есть свои лодки, что неудивительно, потому что многие из них рыбаки. Но даже если они не рыбаки, они все равно передвигаются на лодках, чтобы добраться в другие части Гонконга. К сожалению, во время нашего посещения был отлив, поэтому, можно сказать, деревушка была на мели. Я могу сказать, что по фотографиям она намного красивее выглядит, когда здесь прилив. Но зато мы увидели огромное количество вот таких вот крабиков. На обратном пути нам не нужно было садиться на автобус, ехать до Большого Будды, потому что прямо от Тай-О раз в час примерно ходит паромчик прямо до станции метро Тунг-Чунг. Паром, кстати, сильно опоздал на полчаса, но все же приехал, приплыл, поэтому мы еле-еле, но успели на The Symphony of Lights. Это световое шоу, которое каждый день проходит в Гонконге, ровно в 8 часов вечера на The Avenue of Stars в районе Чимса-Чой. Чимса и я не могу сказать, что это самое впечатляющее световое шоу в мире. Наоборот, многие, кстати, остаются немножко разочарованными. Но виды отсюда открываются шикарнейшие. И, как мне кажется, все равно ради, даже ради видов, чтобы посмотреть Гонконг ночью, сюда стоит сходить. Ну, а от светового шоу я, наверное, не советую многого ожидать, потому что действительно, иначе вы разочаруетесь. Продолжительность этого светового шоу всего лишь 10 минут, иногда оно длится даже меньше, примерно 8-9 минут. Так что много времени оно у вас не отнимет. Затем мы с Хосе пошли на ужин. Мы поужинали вот в таком хот-пот ресторанчике. Это сетевой ресторан, таких вообще много. В целом они все немножечко похожи. Ну а затем мы заглянули в район ночной жизни и зашли в один из баров выпить коктейль. Кстати, коктейль подали вот с таким снеком. И этот снек был очень острый. Следующий день был нашим последним днем в Гонконге, поэтому мы при решили сделать еще одну супертуристическую вещь. Это прокатиться на таком трамвайчике. Конечно, тр трамвайчик это нормальное средство со передвижения, транспортного сообщения, но тут открываются симпатичные виды, и можно прокатиться и посмотреть на Гонконг со второго этажа. Так что обязательно советую. И, кстати, трамвайчик самое дешевое средство передвижения в городе. Мы тем временем приехали в район mid-levels, опять каким-то образом, мы постоянно, почти каждый день оказывались в этом районе, но этот район нам очень понравился. И мы на самом деле шли по направлению к пекарне, которую мы нашли по отзывам, рекомендациям, но оказалось, что у них вообще нет места для того, чтобы посидеть внутри. В этот момент уже собирался начаться дождь, поэтому мы пошли в другое место. Последний бранч в это сеть вот таких кафе, которые специализируются на японских панкейках или, которые сейчас я вам покажу, потому что это сложно объяснить, что это такое. Но у них также есть и салатики, и кофе, и называется это место суфле. Там было очень много места и было очень красиво. А вот, кстати, как выглядят вот эти вот японские панкейки. Они очень легкие, это правда настоящие суфли, просто воздушные и вкусненькие. Затем погода совсем испортилась, к сожалению, начался проливной дождь, поэтому мы решили провести следующую часть дня в музее. Один из музеев, который нас интересовал, это музей М+. Это музей современного искусства, но мне было очень интересно узнать, что такое современное искусство именно в Гонконге, что они подразумевают под современным искусством. Этот музей находится недалеко от торгового центра Elements как раз-таки совсем рядом с самым высоким баром в мире, Озон, который находится в Ридс Карлтоне. Музей М, очень современный, он открылся в конце 2021 года, то есть существует совсем недавно. И билет туда стоил, кстати. 120 гонконских долларов или 12 фунтов стерлингов. Музей нам понравился. Не сказала бы, что это мой самый любимый музей в мире, но было много необычных экспонатов. Особенно мне понравились картины. Картины были, правда, необычные, но помимо картин здесь также много всего другого, много всего интересного. В том числе есть секция, которая рассказывает о жизни гонконцев и о статусе гонконга в Китае. Как вы знаете, Гонконг перестал быть британской колонией еще в конце 20 века и, естественно, пришел под снова владение Китая и сейчас является специальным административным регионом Китая. Однако у Гонконга своя визовая политика и у него также своя валюта, так что он все же отличается от Китая, и, конечно же, по менталитету он сильно отличается от Китая, потому что гонконцы не считают себя китайцами из mainland China, как они называют, и у них своя культура, и свои традиции, и свои манеры. В общей сумме мы провели в музее примерно три часа, как раз-таки перестал идти дождь, и поэтому мы вернулись обратно в центр города, поближе к нашему отелю, и решили последний раз поужинать в Гонконге и опять зайти в суши-ресторан, но в этот раз мы пошли не в Генки суши, а в Суширо, где отстояли в очереди примерно полтора часа, потому что это очень популярное место. Мы сначала не поняли, почему очередь туда такая большая, особенно в такое странное время, в 16 часов воскресенья, но потом поняли, потому что здесь цены очень привлекательные, а качество рыбы просто замечательное. Так что если вы любите суши, обязательно советую туда сходить, несмотря на очередь. Ну а нам тем временем настало время возвращаться в отель, забрать наши чемоданы и лететь обратно в Лондон. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Я смогла немножечко передать вам свою любовь к Гонконгу. Если вы планируете посетить этот город, я обязательно советую, потому что я люблю его всем сердцем, и мне кажется, это просто классное место для посещения. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте в комментариях, и увидимся с вами в следующих видео. До новых встреч! Пока-пока.